Приветствую вас. Мне кажется, что проблема заключается, во-первых, в чувстве вины перед вашими родителями. Во-вторых, проблема заключается в том, что у вас нет личной границы, вы не умеете говорить людям «нет», несмотря на то, что вам не нравятся, да, вот люди вокруг, несмотря на то, что вы не хотите с этими людьми чего-то делать, чем-то заниматься. Вот, несмотря на это, все равно вы не привыкли людям говорить «нет» и, скорее всего, соглашаетесь. Верно, вы не привыкли говорить «нет» своим родителям. Вот. Дальше. В силу того, что ваши родители, они такие очень общительные люди, вы опасаетесь любого проявления чувств. Вообще любого. То есть, объективно, вам тяжело. Вам тяжело проявлять свои чувства. Вам, как мне видится, не хочется проявлять свои чувства. Вы, возможно, опасаетесь проявлять свои чувства, то есть вы, ну, побоитесь, возможно, может быть, что их обратят, как бы, ну, вам во вред. Вот. То есть здесь вот такой момент, как мне видится. И соответственно, это основные, на мой взгляд, критерии вашей проблемы. Ну, мне так видится, еще раз повторю. Вот. Теперь. Значит, как бы необходимо в обязательном порядке учиться выражать свои эмоции и чувства адекватно, чтобы это вам не причиняло вреда. По крайней мере, вреда, ну, такого серьезного, да, то есть, чтобы это вам не причиняло, ну, негатива. Вот. Пока что вы, мне кажется, свои чувства зажимаете, а, соответственно, пока вы свои чувства зажимаете, ну, ничего хорошего у вас не получится. Вот. То есть это совершеннейший факт. Вы, вот именно потому, что ваши родители такие активны, вы себя зажимаете. Вы зажимаете свои какие-то импульсы, свои какие-то чувства, свои какие-то эмоции и так далее. Вы просто, ну, не позволяете им вообще себя проявлять.
Дальше вы пишете, все началось с 1 сентября, в первом классе мне сразу опротивила школа, я никогда не любила проводить время с одноклассниками, так как у меня были интересные разговоры и детское чувство юмора. Слушайте, ну, на самом деле, чрезмерная такая взрослость ваша, она тоже является достаточно серьезным симптомом, да, симптомом того, что вы не прожили свое детство. То есть, опять же, мне это видится так, что ваши родители, они вот, ну, настолько вас, ну, возможно, в своих объятиях, ну, зажали, да? Вот, что вы изо всех сил стараетесь защититься. Вот. Старайтесь защититься, старайтесь отгородиться как-то от этого всего. Вот. И я вот, собственно, думаю, что как бы в том числе в этом сложно. В том числе. То есть взрослость, это вот, как правило, ну, результат такого подавления, и, к сожалению, это достаточно тревожный симптом и достаточно тревожный сигнал. Вот. Дальше идем. Так, лишь кем-то одним, кем-то более серьезным, вот такого человека не нашлось. Я так полагаю, что вам, скорее всего, нужна была, знаете, ну, какая-то стабильность вам была нужна. Вот. Скорее всего, вам была нужна какая-то стабильность, вам было нужно чувствовать себя защищённой, вот, а, соответственно, ну, со своими родителями, вы себя не чувствовали такой, ну, таковой, не чувствовали себя защищённым. Вот отсюда и потребность, на мой взгляд, более взрослым человеком. Дальше. Не нравится учиться, не нравится учителя, и весь этот детский сад, детские игры, родители хотели себя участвовать, заметьте, вот я же была ребенком. А что вам нравилось? Мне были противные лагеря, я не любила всю эту суматоху, родителям нравилось. Ну, то есть, опять же, такое ощущение, да, что вот вас постоянно тащили в общественную жизнь, да, постоянно вас за собой куда-то вели, да, вот. Ну, против вашей воли, конечно. А с вами не считали. Вот. Именно из-за того, что с вами не считались, ну, у вас выработался, ну, вероятно,
такой, комплекс, значит, противоречия, что ли. То есть, хочется противоречить, вот, любой активности. Ну, которые у вас, которые вам навязывают. Вот. Ну, мне так видится. Опять же, мне видится такая история, мне видится такая позиция. Вот. То есть, опять же, неумение говорить нет. Дальше. Так, как раз оттуда из детства у меня появился какой-то страх, меня делали слишком ответственный. Страх перед чем? Прививали не то, что мне было нужно, я полагаю, какой-то интроверт, я полагаю. Ну, я не думаю, что вы интроверт в этом смысле, то есть вы так уж как-то не дробитесь, пожалуйста, на себя ярлыки вешать какие-то, да, потому что мы не знаем, какая вы вообще, вот. Потому что вас, ну, определяли родители, вот. Так что не надо спешить здесь с выводами, вот. будет лучше, если вы обратите внимание все-таки на то, что вы, ну, например, реально из себя представляете. То есть это вот, на мой взгляд, прямо было бы супер-супер-супер. Что вы могли бы сделать. На мой взгляд, опять же. Дальше. Так, вот я иду на работу, мой мир замер, это главное событие для меня. Кого-то мое мировоззрение кажется вокруг какой-то нелепой проблемы жизни. Бывают связи, бывают прекрасные мысли. У меня опять напоминается тот мрачный осенний день 1 сентября и вся эта серьезность и ответственность, что же мне делать? Учиться использовать эту серьезность и ответственность на свое благо. Проблема еще в том, что я не могу себя найти, не могу найти моё, не знаю, как объяснить внутренние мысли, что ли, которые идут мне на цене, например, о путешествиях, тот поход в горы, вино, танцы, ту любовь, о которой я мечтал. Слушайте, ну это скорее, это не вы, это, ну, слабо относится непосредственно к вам, да, потому что это все-таки какие-то такие определенные мысли, вот. Но это ни в коем случае не то, что вас в той или иной степени может определить. Определить вас может на самом деле только лишь другое, на мой взгляд. Определить вас может дело, которым вы могли бы заниматься. Определить вас могли бы какие-то действия, вот, определить вас могла бы какая-то, ну,
направленная деятельность, да, на достижение какого-то результата. Вот это да. А то, что вы описываете, это скорее просто мечты, это скорее просто фантазии, они нужны, но они никак вам не помогут, к сожалению. Дальше, не знаю, будет это при меня, там они пытались избавиться от серьезности проблемы. От серьезности проблемы вам поможет избавиться от снижения ее значимости. Потому что на данный момент эта проблема, она для вас совершенно очевидна, слишком значима и слишком много на ней завязано. То есть вы, возможно, я повторю, возможно, вы продолжаете реализовывать ответственность своих родителей и потребности своих родителей. Вот. Если это так, то нужно отделить себя от них и разгрузить значение для вас той же работы, например. Кстати, а почему работа, если вам всего 19 лет, почему вы не идете учиться дальше? То есть заниматься как раз чем вам нужно. Неплохо было бы разобрать ваш ценностный аппарат. Вот, то есть, ну, систему ваших ценностей. Было бы неплохо разобраться, смотреть, чтобы вы поняли, что это такое, чтобы вы поняли, как его ценность, что для вас ценно. Вот. Ну и с чувствами своими, чувствами вашими, тоже нужно определиться, с чувствами вашими тоже нужно разобраться. Вот. Чтобы они, не напрягали вас. Это пока у вас вот переизбыток подавленных эмоций. Вот. Я не уверен, но мне кажется, я заметил противоречие, которое у вас есть в вашем тексте, оно звучит примерно следующим образом. Вы говорите, что в детстве вы не хотели ни с кем играть, вы говорили, что вам не нравилась эта вся детская какая-то движуха, да? Но при этом вы говорите, что избавиться от серьезности. То есть вот вы пишете, да, знаете, это быть слишком серьезно. Так вот, а почему к тебе серьезно относитесь? Потому что вы находитесь в дисбалансе. Потому что вы не свободны вы не свободны в управлении своими чувствами и эмоциями. Отсюда такое вот, чересчур серьезное отношение к себе. А дальше, помогите, если поняли меня, я все еще тут ответственный ребенок, который не должен себя родить, должен стать человеком. Личные границы. То есть вам вот рекомендуется работать с психологом по личностному росту и отделению себя от родителей. И обретение своего собственного фундамента, базиса, раскрытия своих чувств. Только так можно вам помочь. По-другому, наверное, никак. Вот, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.